Россия перенаправляет свои энергоносители из западных стран в Азию. В частности, Индия увеличила импорт российской нефти в 10 раз. Для сравнения, в 2021-2022 годах доля российского импорта сырой нефти составляла всего 2%, а сейчас показатель вырос до 20%. Большую часть российских энергоносителей покупает также и Китай. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Количество атак беспилотников снизилось, но в ближайшее время Россия получит новую партию иранских мопедов. В них є домовленості, є поставки і є плани продовжувати застосовувати дрони. Членство в НАТО могло бы обезопасить Украину от российской агрессии в будущем, считает Times, но на ближайшем саммите страну туда снова не пригласят. В ходе подготовки к саммиту мы не обсуждаем вопрос о направлении официального приглашения. В Молдове внезаконно пророссийская партия ШУР, а в Казахстане – ЛЕПС. Как страны постсоветского пространства борются с российским влиянием? Мы это сделаем. Надеюсь, что мы абсолютно правы. И для начала о наболевшем. Дорогие зрители, призываю активнее подписываться, комментировать и реагировать. Это очень поможет продвижению наших роликов. Это не мой каприз, так работают алгоритмы Ютуба. Больше вашей активности, больше нашей популярности. Итак, врываемся в новости. Количество атак на Украину дронами «Камикадзе» вырастет в самое ближайшее время. Спикер Объединенного командования «Юг» Наталья Гуменюк рассказала о ближайших планах россиян. Они почти исчерпали запасы иранских дронов, однако обстрелов меньше не станет. В ближайшие дни Минобороны РФ ожидают новую поставку беспилотников. Так, на даному етапі ми можемо констатувати, що їх стало менше, і використання їх тими групами, які зараз фіксуємо, це більш такі компактні групи від 4, 5, 7 одиниць. Але це може бути пов'язано з тим, що вони очікують оновлення поставок, і знов за буквально кілька днів буде посилена ця атака, тому що однозначно можемо констатувати, що в них є домовленості, є поставки і є плани продовжувати застосовувати дрони. Беларусь не втянута в полномасштабную наземную войну против Украины, сообщают в украинской разведке. Представитель ГУР Минобороны Украины отметил заявление Москвы о тактическом ядерном оружии в Беларуси – это элемент ядерного шантажа. Таким образом, Путин показывает, что у него есть еще козырь в рукаве, и он может сделать какие-то шаги. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляют, первое российское тактическое ядерное оружие уже доставлено в Беларусь. Таким образом, Лукашенко делает безответственный и провокативный выбор. Беларусь не втянута в полномасштабную наземную войну против Украины. Признаков этого не наблюдается. Конечно, народ Беларуси в очередной раз оказывается в заложниках, теперь уже дополнительно с элементом ядерного аргумента, ядерного шантажа. Чем-то дополнительным для Европы, для НАТО, для Украины это не грозит. Но Путин показывает, что он, мол, еще может сделать какие-то несколько шагов на шахматной доске. НАТО категорически против заморозки конфликта и так называемого мира на российских условиях. Об этом сообщил генеральный секретарь Йенс Столтенберг во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Однако других хороших новостей для Украины на ближайшем саммите в Вильнюсе ожидать не стоит. Стране пока что не светит приглашение в альянс. В ходе подготовки к саммиту мы не обсуждаем вопрос о направлении официального приглашения. Мы обсуждаем, как приблизить Украину к НАТО, и сейчас идут консультации, и я не в состоянии предвосхитить результаты этих консультаций. Мы согласны с тем, что двери НАТО открыты. Мы продемонстрировали это приглашением Финляндии и Швеции. Мы также согласны с тем, что мы заявили в 2008 году, что Украина станет членом Альянса. Мы также согласны с тем, что не Россия, а Украина и союзники по НАТО должны решать, когда наступит подходящее время для приглашения Украины.
Россия не добьется своих военных целей, несмотря на то, что произойдет на поле боя в ближайшие недели, ну или месяцы. Смены руководства и геополитического подчинения страны Путину не видать, пишет в своем анализе газета «Таймс». Но дальнейшие послевоенные планы, безопасность, процветание и свобода Украины пока не гарантированы. Угроза российской агрессии сохранится и даже после завершения боевых действий. Гарантией безопасности Украины могло бы стать ее членство в НАТО. Однако альянс пока ограничивается только обещаниями. Песков заявил, что задачи по демилитаризации Украины выполнены. И именно так пропаганда пытается оправдать войну, уверен политолог Игорь Петренко. Напротив, на самом деле это Путин демилитаризировал свою страну. Военный потенциал РФ уменьшается, а россияне даже свою территорию не могут защитить. И Путин, он же сам запутался в своих показаниях. Значит, сначала он говорил, что вот они демилитаризацию, значит, сделали. Потом, значит, говорит, что вот, значит, вооружение, которое было уже в Украине, нету, вот его поставляют другое. Но вот, короче, это извращенное, наверное, понимание демилитаризации. И потом это извращенное понимание демилитаризации, которое произнес Путин, опять же, запутываясь в своих словах, должен был уже объяснять Песков. И говоря, вот, ну, может сказать, что ну, Путин, извините, он не в адеквате. Вот, поэтому он пытался подыграть, скажем, своему шефу и объяснить, что да, вот одна из целей была демилитаризация. Но исходя из тех слов, которые произнес Путин, и из того, как это пытался объяснить Песков, то задача Российской Федерации это было просто модернизировать вооружение Украины и перевооружить нас. В их понимании это означает демилитаризация. Если так, то, ну да, они, безусловно, абсолютно правы, поскольку, да, там, советское вооружение и, ну, скажем так, да, то вооружение, которое у нас, скажем, было до этого, оно все меняется на новые виды вооружения. Мы переходим интенсивно на стандарты НАТО. Мы получаем те виды вооружения, которые раньше нам даже и не снились, скажем прямо. Сейчас, то есть активно мы уже говорим о получении F-16. Вот. Поэтому если это была демилитаризация от советских видов вооружений, ну, тогда, опять же, мы можем полностью согласиться. Почему миссию ООН не пускают на оккупированный левый берег Херсонщины, объяснил пресс-секретарь Кремля Песков. Организация пожаловалась, что не может помочь жителям населенных пунктов, затопленных после подрыва Каховской ГЭС. А вот род Путина предположил, что сотрудников ООН не пускают из-за обстрелов, что может означать, что бункерный сам не указ своей армии. Здесь я не знаю точно нюансы, но там же очень много вопросов. Это как переходить, где линия соприкосновения, обеспечение безопасности. Вы знаете, что там постоянно обстрелы идут. Там идут постоянно обстрелы, постоянно провокации. Обстреливаются гражданские объекты, обстреливаются люди, население. Гибнут люди. Поэтому здесь это все очень сложно. И очень сложно обеспечить им безопасность. Ну и много других нюансов. Ранее координатор специальной гуманитарной миссии ООН по Украине Денис Браун заявила, что российская сторона отказывает ООН в допуске. На левом берегу затоплены 22 населенных пункта. Украина обратилась к ООН с призывом помочь жителям пострадавших от затопления районов сразу после подрыва россиянами дамбы и дала гарантии. Миссия ООН готова была отправиться 13 июня. США и Китай согласны на стабилизацию отношений в Поднебесной. С официальным визитом находится госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем, а также не стремятся к холодной войне и не планируют менять китайскую систему. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай уважает интересы США и Вашингтону вызов бросать не будет. Не обошлось, конечно, без темы войны в Украине. Одной из важных задач этой поездки для меня было разубедить наших китайских хозяев в том, что мы стремимся экономически сдерживать их. Это не так, и мы не собираемся отделяться от них. Речь идет о снятии рисков и диверсификации. Что нас действительно беспокоит, так это китайские фирмы, компании, которые могут предоставлять технологии, которые Россия может использовать для продвижения своей агрессии в Украине. И мы попросили китайское правительство быть очень бдительными в этом. В Молдове
Молдове запретили пророссийскую партию ШОР. Суд постановил, что партия действовала вразрез с принципом верховенства закона и угрожала суверенитету и независимости Молдовы. Глава партии, бизнесмен Илон ШОР, в 2016 году возглавил движение «Равноправие», а потом изменил его устав, программу и название на свою фамилию. Был неоднократно судим за кражу огромных сумм денег, находится под санкциями ЕС и США, в том числе и за то, что планировал в Молдове госпереворот. Его заместительница сегодня сказала, что они обжалуют решение и будут бороться за демократию. Не все потеряно, и будем бороться за демократию, за юстицию в нашей стране и за наши права. Мы контестируем все эти решения. Партия ШОР будет жить. У нас с вами самый лучший, самый сильный лидер Илон ШОР. И мы продолжим нашу борьбу. Илон ШОР! Илон ШОР! Илон ШОР! Борьбу с кремлевской пропагандой продолжает и Казахстан. Там отменили концерт Григория Лепса. Выступление певца должно было пройти 8 июля в отеле «Макао Лакшери Виллаж Резорт» в городе Канаев. Однако площадка решила разорвать договор с организаторами концерта. Местные жители обратились к властям Алматинской области с просьбой отменить концерт Лепса. А все потому, что он поддерживает российское вторжение и присоединился к инициативе платить по 1 000 000 рублей за подбитые танки «Леопард». Казахи считают, ни один тыин из их карманов не должен пойти на уничтожение Украины. То, что мы можем сделать, мы будем делать от чистого сердца. Если мы можем спеть там, где нужно нам петь, мы там будем петь. Если мы можем сделать какое-то денежное вознаграждение нашим бойцам, мы это сделаем. Надеюсь, что мы абсолютно правы. На этом у меня все. Обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить самого важного и интересного. Обо всем расскажем в следующих выпусках. Ну а самая актуальная и оперативная информация в наших телеграм-каналах. А поддержать развитие наших YouTube-ресурсов можете также по ссылкам в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!